Дворянское гнездо смогут увидеть 1 марта посетители клуба «Киногурман» в кинотеатре «Красногвардеец». В этом году Роману Тургеневу исполняется 160 лет, а одноименная экранизация Андрея Кончаловского – полвека. Конечно, это будет интересно тем, кто любит вообще хорошее кино. Окунуться вот этот добротно, профессионально сделанный фильм, где ничего буквально вот не раздражает ни одна секунда этого фильма. Но я думаю, конечно, это будет интересно школьникам. Хотя Кончаловский не экранизировал этот роман. Он создал фильм по мотивам. Он взял только несколько сюжетных линий этого фильма. И заменить прочтение Тургенева невозможно, но заразиться вот какой-то удивительной атмосферой, удивительным шармом литературы Тургенева в этом фильме, конечно, я думаю, можно. Над фильмом «Дворянское гнездо» работала команда профессионалов, в том числе 4 художника и композитор. А текст для романа «Ивушки» писала сама мать Андрея Кончаловского. Посмотреть и обсудить киноленту можно будет в клубе «Киногурман» кинотеатра «Красногвардеец» 1 марта.